Всем привет, друзья! Это интернет-магазин Деника и я Никита Шепель. Сегодня мы с вами поговорим о кондиционере компании Neo Klima. Разберем его детальнее прямо сейчас. Поехали! Итак, на обозрении у нас настенная сплит-система от Neo Klima. Модель 2017 года с отличными техническими характеристиками и запоминающимся названием серии Терминатор 2.0. Начнем с дизайна. Он простой и классический. Белый моноблок, панель глянцевая, открытый отключаемый LED-дисплей. Компактные размеры внутреннего блока позволяют установить кондиционер в условиях ограниченного пространства для монтажа. Также здесь присутствует наружный блок, цвет его отличается оттенком. Так как он обычно находится на улице, материал должен быть стойким. В нашем случае это прочный металл, покрытый антикоррозийной краской. Эта серия относится к неинверторной и работает до температуры в режиме обогрева минус 7 градусов. Доступны стандартные режимы работы кондиционера – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. А из дополнительных в наличии режим самоочистки, разморозки, турбоохлаждение, сон и таймер. Что же интересного производитель добавил в серию «Терминатор»? Это опция дополнительной установки в кондиционер Wi-Fi модуля, благодаря которому кондиционером можно управлять с помощью мобильного приложения для Android или iOS. И это, пожалуй, главная отличительная черта данного кондиционера. И еще из особенностей модели хочу выделить. Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии. Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера, предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой. Также к явным плюсам данной модели можно отнести практичную систему автоматической очистки внутреннего блока. Также здесь высокий класс энергоэффективности. Ну и подводя итоги, я могу сказать, что серия «Терминатор» современна, проста и доступна. Классический дизайн позволяет без проблем вписать кондиционер как в жилой дом, так и в офисное помещение. Ну а сейчас я говорю всем пока, до следующего ролика, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал и делайте правильный выбор техники. Это интернет-магазин Деника, я Никита Шепель, пока!